Всім доброго ранку. Барев Дзес Болорін. Сьогодні у нас в Києві, звісно, була особлива ночка і особливе утро, тому що в Київ рашисти послали более 120 ракет разных видов, которые они, безусловно, накопили, и более 90 дронов. И как пишет наш дорогой и любимый Николаевский Ванёк, Эвки очень сильно отличились в этой атаке, в этой защите и обороне Украины. Слава Богу. И несмотря на все это, на то, что рашисты хотят нас уничтожить и положить нашу энергосистему, тем не менее, Бог все видит, и Он накажет, безусловно, всех виноватых. Это очевидно. Ну а мы, друзья, отправляемся на нашу службу, в нашу армянскую апостольскую церковь Украинской епархии. И я хочу всем напомнить, что в нашем канале и в своих роликах я предупреждал вас о том, что рашисты не только накопили ракеты, а со дня на день будут ракетные, ракетно-дроновые удары, очень жесткие и очень масштабные. Я вас предупреждал и просил вас проверить свои тревожные рюкзаки на случай блэкаута. Слава Богу, блэкаута не произошло. Мы все живы и здоровы. Немного людей пострадало, и слава Богу, в первую очередь. И слава, конечно, нашим силам ППО героическим, которые отбивают эти кровожадные атаки. Мы жили, живем и будем с вами жить. А рашистов, безусловно, ждет очень жесткая участь. Смотрите наши ролики на нашем интернет-видении CAP.UAM. Следите за нашим мониторинговым каналом CAP.UAM в Telegram, и будет вам счастье. И слушайте, когда я что-то вам говорю в своих роликах, особенно когда я вас предупреждаю. Потому что я делаю это для вас. И немножко для себя. Мои сладенькие, высыпайтесь. После церкви, после службы можно высыпаться. А раньше.